Сейчас мы с Ильдарчиком продолжим читать нашу энциклопедию для маленьких деток, для самых маленьких. Здесь мы будем сравнивать. Где высокий мальчик, покажи. Да, это высокий мальчик. А низкий мальчик? Вот низкий. А где низкая ваза? Вот это вот ваза называется, вазы. Где низкая ваза? Низкая. Низкая, а высокая? Вот, большая высокая ваза. А где высокое дерево? Высокое дерево. Вот. А низкое дерево? Вот низкое дерево. Здесь у нас нарисованы мячики. Покажи мне большие мячики. Где большие мячики? Два. Сколько их? Два больших мячика. Мне две. Тебе два годика, да. А покажи мне маленькие мячики. Вот и вот. Три маленьких мячика. Три, да. Здесь у нас нарисованы две девочки. Лама. Какая девочка выше? О. Это выше. А какая девочка ниже? О. И эта девочка ниже. Давай дальше. Так, здесь у нас нарисованы предметы, из которых один большой, один маленький. Покажи мне, где большой высокий предмет, а где низкий, вот, а матрешка высокая, вот, а низкая, вот, а где большой арбуз, а маленький арбуз? Папа пи. Ты кушал арбуз? Да. Папа покупал? Да. Класс. А где высокая пирамидка? Высокая пирамидка. Ла. Да. А где маленький кораблик? Маленький кораблик. Ла. Вот он. А где высокий робот? Ла. Вот. А здесь у нас нарисованы пингвины, да, сыночек? Да. Есть пингвины, которые плывут вверх, а есть пингвины, которые плывут вниз. Какие пингвины, как ты думаешь, плывут вверх? Вверх плывут. Больше. Они головки вверх подняли. Какие пингвины подняли головки вверх? Вот так подняли? Да. Класс. Смотри. Вот эти пингвины, они подняли свои головки вверх. Значит, они плывут туда, вверх. А вот эти пингвины, они опустили головки вниз. Значит, куда они плывут? Вниз. Вот, Эльдар, как пингвинчик тоже вниз, да? Акробатик.